Всем здравствуйте, друзья! Вот так выглядит капуста брокколи на сегодня, 9 июня. Вот такие шикарные, прям кустами выглядит красиво. Брокколи Iron Man. И также еще здесь высажена цветная капуста, лиловый шар. Лиловый шар я выращиваю первый раз. Также хочу сделать еще обзор капусты, которая у меня замульчирована картоном и сорняками. Вот так она выглядит на сегодня, 9 июня. Уже начинают листья жрать, как еще сказать, насекомые, вредители. Были такие все красивые, вот сегодня выхожу, уже дырки. Нужно срочно обрабатывать. Обрабатываю капусту валерьянкой. Развожу бутылочку валерьянки на 10 литров воды. Что бабочки не любят запах валерьянки. Не будут садиться на нее, чтобы гусениц не было. Но от слизней, не знаю, буду рассыпать скорлупу. На что хочу обратить внимание, друзья. Были у нас заморозки. И здесь еще вот не порвала сорняки. Дала возможность подрасти бархатцам. Были подмерзшие бархатцы, и вот они уже прям набирают, вот, обрастают бархатцы. Бархатцы были наравне с капустой, с рассадой, но так как они пострадали от заморозков, они же, ну, не переносят холода. И вот так они уже... Я прям рада, что начинают догонять капусту. Вот здесь капуста Коля. Здесь поздняя капуста. Московская у меня, харьковская. И что еще у меня здесь растет? Валентина и подарок. Вот такие сорта капусты я выращиваю. Ну, пекинская, ну, короче, всю. Не будет опять, цветет. Ой... Июньская вот уже завязывается хорошо. Не знаю, какими только я способами не пытаюсь эту пекинскую вырастить, ничего у меня не получается. Вот и все, друзья. Вот так выглядит моя капуста. Грядка с капустой, то есть без сорняков. Ну, немножко потрудилась, конечно, походила, поукладывала. Зато сейчас приятно посмотреть. Теперь я с вами попрощаюсь. Всем доброго и до новых встреч!